Сегодня, 7 апреля, по итогам оценки эпидемиологической ситуации в регионах, стало известно, что Карагандинская область вошла в красную зону по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в Карагандинской области подтвердились 144 новых случаев заболевания. На сегодняшний день в красной зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В желтой зоне остается Шымкент, все остальные регионы в зеленой. Напомним, ранее в красной зоне из всей Карагандинской области числились только Караганда, Приозерск, Шахтинск и Улытауский район.